Дорогие друзья, так сложилось в последнее время, что вы, студенты Московского городского педагогического университета, являетесь главными помощниками учителей Москвы в это нелегкое время пандемии. Недавно многие из вас заменяли педагогов московских школ, которые болели, либо по медицинским основаниям не могли в условиях пандемии выходить в класс. Ваш самоотверженный, смелый поступок позволил тысячам московских школьников посещать школы, а их родителям выполнять профессиональные задачи, в частности, задачи по лечению больных коронавирусом. Сегодня школы города Москвы снова нуждаются в вашей квалифицированной педагогической помощи. Помощи в организации и проведении совместно с Московским центром качества образования диагностик функциональной грамотности обучающихся. В данном проекте примут участие все школы города Москвы, а также 4000 студентов университета. В рамках данного проекта наша задача обеспечить, чтобы все прошло честно в период сдачи школьниками контрольных работ. С этой целью для вас пройдет онлайн-обучение в МЦКО, после чего при регистрации на сайте МЦКО за вами будут закреплены определенные школы. Назначенные даты диагностик – это 21, 22, 27, 28 апреля и 18 мая – вы будете присутствовать в школьных учебных классах и осуществлять контроль за соблюдением регламента и процедурой диагностик. Более подробно обо всех содержательных и организационных моментах вам расскажут представители Московского центра качества образования на обучение. В каждом институте закреплены ответственные за организацию данного проекта, к которому вы можете обращаться при возникновении проблем или вопросов. Сейчас вы видите перечень ответственных, номера их мобильных телефонов, электронную почту, на которую вы можете писать все свои вопросы, которые у вас возникают, для того, чтобы вам могли наши специалисты дать подробное разъяснение. Ваша работа будет оплачиваться 1500 рублей в среднем за каждый день диагностики. Для выхода в школы всем студентам необходимо будет сдать анализ на ПЦР. Это будет организовано силами университета. Сдача данного анализа будет бесплатной. Желаем всем вам удачи и интересного педагогического опыта.